Всем привет, мои дорогие подписчики, друзья, гости нашего канала. У нас доброе утро, отвела Анюту в школу, немного поснимала, какая у нас сегодня погода. Недолго нас баловало солнышко, всего лишь 2 дня погрелись, и хватит. Но всегда балует дождь, он у нас и летом часто густо идет, и зимой, и весной, и осенью. В общем, никогда нас не покидает, всегда вместе с нами. И вот сейчас шла, смотрела, даже не верится, что огород уже пустой, виноград стоит голенький, листва опала, лишь только вот на Изабелла немного есть, и малина без ягоды, красной, красивой, стоят лишь только зеленые кустики, даже не верится, что собрали урожай, лето пролетело, и вот уже на носу зима, да и вообще я думаю, что почему все так быстро пролетело? Ездили в Казахстан, отдыхали, потом приехали, все бегом, постоянно жизнь в таком темпе, и поэтому летит время очень быстро. И всегда вот задумываюсь, вроде только учились в колледже, да, потом вышла замуж, уже дети такие большие, я всегда почему-то об этом задумываюсь, поэтому хочется вот как-то больше, знаете, время уделить детям, чем-то их порадовать, побаловать. И вот очень много тоже было комментариев, что разочарование, там феи, Дед Мороз. А я считаю, что это наоборот прекрасно, когда дети верят в чудо, и у них такие искренние эмоции, счастье. Ну вот что, да, ну подарила бы я. Ну мама и мама, а это фея, Дед Мороз. Это же просто вообще что-то такое, нечто. Конечно, очень многие дети уже не верят в таком возрасте, они знают, кто, да, дарит подарочки, но многие верят в чудо, и мне хочется, чтобы это оставалось как можно дольше у детей, и не вижу в этом ничего абсолютно плохого. И сегодня, когда еще проснулась, читала комментарии, столько добрых слов Максиму написали, огромное вам спасибо, вы вчера растрогались, а я сегодня утром тоже проронила несколько слезинок от вашей теплоты, огромное вам спасибо. И вот Максим сегодня, кстати, остался дома, не пошел в школу, так как он у нас приболел. Он пришел еще вчера со школы и сказал о том, что ему сказали не приходить, покашливал. Но я не думала, что все это так быстро произойдет, и он сильно разболеется. Ночью встал, очень сильный был кашель, насморк, температура. И вот сейчас я еду в аптеку, и вообще у нас сегодня четверг, рынок. Я планировала съездить, но потом подумала, вроде как все есть. Если сейчас заеду на рынок, обязательно что-нибудь понадобится, потрачу денежку. В общем, решила не заезжать, и деньги будут целее. Вот так вот мы экономим, так что учитесь вместе с нами сохранить бюджет в семье. Ладно, все, всем хорошего дня, отличного настроения. Сейчас едем в центр, хочу еще также завести материал, который остался, чтобы мне пошили подушки на диван. И приедем, будем готовить обед. Хочу налепить вареники. Мы уже позавтракали. Я варила кукурузную кашу. Слышно вам, как кашляет вообще очень сильно. И вообще сейчас разговаривала с мамой. Отругала она меня. Говорит, нужно лечить народными способами, методами. Хотя я так всегда и стараюсь. Если прям вижу, что изменений никаких, уже прихожу к таблеткам, сиропам, ингаляциям. А так, да, я всегда стараюсь лечить детей народными методами. И вот я помню, нас в детстве заставляли всегда есть. Мама порежет мелко лук, добавит туда зеленое яблоко, ложку меда. Не помню, сахара, по-моему, не было. И вот немного настоится, появляется сок. И вот нужно было в день 2-3 ложки съесть. Очень хорошо помогает от кашля. И сейчас, наверное, такую кашу мы с вами тоже сегодня приготовим. Ну ладно, все, немного поговорили, поздоровкалась с вами, и теперь едем в центр, пока нет дождя, потому что еду я на своем Мерседес-Бенсе. Остановилась немного вам поснимать нашей красоты. Долго я не могла определиться с выбором, идти пешком или ехать на велике. Ни капли не пожалела, что выбрала его. Начал моросить дождь, а сейчас, представляете, пока бы я дошла пешком, на велике намного быстрее. И смотрите, какая красивая, просто необыкновенная дождливая осень. Несмотря на то, что идет бесконечно у нас дождь, все равно прям очень-очень красиво, и деревья завораживают, хотя листвы осталось очень мало.
а это наш центр. Рынок небольшой, но потому что погода дождливая и народу мало. Все, отдали мы материал, теперь идем в аптеку. Смотрю капли, мне очень нравится ксилокт, но тут я их не вижу. Если их нет, куплю сноб. Ксилен, кстати, тоже неплохие. Очень хорошо, что есть аптека. Заболел, пришел и купил без проблем. Немного цен, хотя я думаю, что в России они одинаковые. Также нужно взять леденцы. Вот. Стрепсилс для детей 403 рубля стоит. А у меня на дорог только осталось. Нурофен 123, 171, 166. Приехала домой, вся промокла, ну, купила то, что надо. И больше всего обрадовались моему приезду, это пушистики. Они были на улице, замерзли, лапки помыла и сразу прибежали к Максиму под теплое одеялко. Сыночка ничего не хочет делать, лежит, играет крокодильчиком. Сейчас буду его лечить, солнышко мое. И вообще сегодня у нас очень насыщенный день. Анюту нужно будет отвезти на танцы в 14:45. В 3 часа они идут вместе с классом. Все, ко мне идет. Ой, потягушки. Ну-ка, нельзя. Приучаю я их когтеточки. Персик сразу, наш блудный сын. Нет его, кстати, дома. Только Буся и Фикс дома. А Перси где-то ходит, бродит. Постоянно выглядываю в окно, чтобы тоже помыть лапки, запустить. Ну, пока не приходил. Он вообще с первого раза привык к когтеточке и мимо нее не пройдет. Этот вредина привыкает как-то похуже. Не знаю, вроде пылесосишь. Смотрю сейчас на ковер. Откуда столько мусора, я не знаю. О, смотрите. Я его вот так руку положила, и он прям... лег на нее. Ой, какие кайфушки. Вот, и еще знаете что? Только запустила я Бусю, когда еще утром собирала Анюту в школу. Слышу, что-то скрипит. А у нас, видимо, где-то в плинтусе и либо под гипсокартоном была мышь. И Буся ее поймала. Ох уж эта охотница. Так, ладно. Сейчас буду лечить Максима и пойдем лепить наивкуснейшие вареники с картофельным пюре. Заодно познакомлю вас с моим новым помощником и сейчас покажу, что я купила в аптеке. Нам очень помогает. Промываем, когда нос, физраствором, гексорал, шприц взяла, капли, спрей, точнее, снуп и сосульки стрепсилс. Вообще мне очень нравится ксилокт. Он бюджетный по цене и очень хорошо помогает. Тут осталось совсем чуть-чуть. Вот прям рекомендую вам. Но вот у нас последнее время почему-то в аптеках его нет. Ой, ну какая милота. Смотрите. Да. И мяучит, и мяучит, чтобы его гладили бесконечно. Ну ладно, буду гладить. Он потом воду поднимает. И сыночка. Чтобы руку покорябать. Мой ему в чем-то мои руки интересны. Только. Ну, мой золотой беззубик. Мама, кстати, я у них маги, они лижут, а потом кусать начинают. Да? Ты это вычислил? Ай! Ну-ка, Фикс. Разыгрался. Ай! Да, видишь, как лапкой хочет себе, да? Ну-ка, нельзя так делать. Сейчас буду ругать. Я испугался. Испугался? Хвостом минимум ударил. Я уже почистила, поставила варить картофель. И, кстати, у меня сегодня будет картофельное пюре с зажаркой. Мне кажется, 100 лет я уже так не готовила. И вот сегодня прям захотелось побольше
лука. И пока у меня тут все бурлит, шкварчит, мы сейчас будем с вами замешивать тесто с помощью планетарного миксера от Oberhof. И хочется сказать, что он очень красив, стильно сделан и просто идеально вписался в интерьер нашей кухни. Немного расскажу о его комплектации, по каким характеристикам мы его выбирали. И, конечно, протестируем, посмотрим на него в работе. Самый главный плюс этого миксера, он очень мощный, 1000 ватт, плюс у него есть крутая функция охлаждения. При работе ваш миксер точно не перегреется. 6 скоростей плюс импульсивный режим, механическое управление, фиксатор, откидная головка и огромная чаша из нержавеющей стали на 5 литров. Еще мне очень понравилось, что идет вот такая небольшая шпаргалка. Если вы вдруг забыли, на какой скорости использовать насадку, она вам обязательно поможет. Сам миксер прост в использовании. Просто надавливаем, прокручиваем, и насадка уже у вас в руках. В комплекте шел венчик. Он подходит для взбивания яичных белков, сливок и замешивания жидкого теста. Вращается 360 градусов и способен взбить даже самые маленькие порции. Лопатка. Она подходит для смешивания негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей, теста для тортов и блинов. Ну а сейчас мы с вами будем использовать крюк. Он идет для замешивания густого теста, и он имитирует замес ручного теста. Как я и говорила, сам миксер очень прост в использовании. Ищем пазл, вставляем, надавливаем и фиксируем. Фиксатор, откидная головка опустилась. Дальше идет в комплекте вот такая крышка с воронкой. Очень удобно, не будет никаких брызгов. Все останется там. Ну, по миксеру я рассказала все и забыла рассказать еще за один плюс. Это ножки с присосками. Вы это слышали? Даже если вы будете использовать миксер на максимальной скорости, он никуда не улетит. Будет стойко стоять на ногах. Так, гарантийный талон. Второй год гарантии бесплатно. Книжка по эксплуатации на русском языке. Планетарный миксер Oberhof. И еще меня очень порадовали. Мне вместе с миксером пришла вот такая крутая многофункциональная овощерезка Oberhof в подарок. Мы буквально недавно с вами разыгрывали две вот таких овощерезки в подарок. Кто выиграл, пользуется, очень доволен. И вот у меня появилась еще одна. Это такой приятный бонус к планетарному миксеру. Если кому понравился, обязательно ссылку оставлю в описании канала. Ну и сейчас уже хочется его поскорее протестировать и посмотрим, как он замесит нам тесто на варенике. Налепила вареники немного на заморозку, поставила нам отварить на обед. Сейчас побегу за Анютой. И вот хотелось поделиться, сказать несколько слов. У меня, честно, впервые такой миксер появился для замеса, так скажем, теста. Вы знаете, я с тестом на «ты», дружу, готовлю с него очень часто. Ну, сейчас есть с чем сравнить, что ли, и я в полном восторге. Такое восхищение, все закинул.
и достал готовое тесто. Руки чистые. Ну, это, конечно, здорово, что есть такие помощники, и наша жизнь с помощью них становится легче. Ну, буду его эксплуатировать, обязательно вам показывать, рассказывать. Вы знаете, у нас от Абрухов не только миксер. Мы где-то полгода назад заказывали там электромясорубку, пользуемся, тоже очень довольны. Хотя у нас есть старинная, прям такой раритет, ручная. Тоже ею пользовались, все здорово. Но вот когда уже появилась электромясорубка, ту достаем уже в таких крайних случаях и очень редко. Поэтому, мои дорогие, мои хозяюшки, пусть у вас побольше будет техники на кухне, и тогда мы будем готовить с большим удовольствием. И по поводу секрета теста, никакого секрета нет, просто вода, яйцо, мука, немного соли и все. И обязательно, чтобы тесто полежало в пакетике минут 10. И можно потом уже приступать лепить вареники, пельмени. Ничего не развалится, получится красавцы. Анютик дома. Пытаюсь ее тут стою переубедить, чтобы она осталась дома. Ну, ни в какую не поддается. Идут они сегодня классом на ансамбль. Дочь, встань, покажу, как я тебя заплела. Концерт будет в 3 часа, до скольки, не знаю. Говорю, не забудь взять с собой часы, чтобы я могла позвонить и узнать. Вот, решила по бокам ей заплести косы, а тут распустить. Очень она у нас любит распущенные волосы. И не расстанется с Хаги-Ваги. Максим дал сестричке немного поиграть. Ну, сейчас буду вызывать такси, так как идет дождь, и пока мы дойдем, она вся промокнет. Ладно, мама, ну а как вот этот вот маленький ангелочек может попасть под дождь. Посмотрите на ее глазки. Ладно, все. Вызываю такси, отвезу. И потом уже будем ждать звонка, когда ее забирать обратно. Часики-то не одели. Часики давай, не забудь. Тут. У Анюты в комнате сонное царство. Сейчас будете ругать, но они погуляли на улице. Замерзли. А дома хорошо, тепло, уснули. Будете сейчас писать. Они гуляли, грязные, да вы только посмотрите, какие у них розовые лапки, чистые. И вообще коты чище, аккуратнее, чистоплотнее людей. Намываются просто миллион раз. И если бы они у нас были такие грязные, это белое покрывало было бы черное. Каждый день. Ой, ну какая милота. Свет включила. И Буся лапкой закрывает глазки. Ладно, все. Пусть спят, а мы идем с вами мариновать грибы. Решила на вечер замариновать грибы. У меня осталось немного там картофельного пюре. Да я и вообще просто люблю поесть грибы горячие, салатик какой-нибудь. Я мариную чеснок, сметана, либо майонез, немного соли и все. Ну, мне с майонезом, честно, больше нравится. И знаете, все вы меня ругали, когда я говорила толченка. Сейчас у меня даже язык не поворачивается, так сказать. Привыкла вот картофельное пюре, хотя сколько помню, всегда мама говорила толченка. Да и вообще все. Лишь только когда вы меня начали исправлять на картофельное пюре, я так стала говорить. И вот потихоньку привыкла. Все, замариновали. Пусть они сейчас часик постоят, и потом можно будет отправлять в духовку. Ну, просто объедение. Напишите, любите ли вы грибы. Дети у нас их вообще не едят. А мы вот со Шулей прям очень-очень-очень любим. Помыла голову, помыла волосы. Сразу, знаете, прям так жить захотелось, когда примешь душ, тело дышит, и вообще все по-другому, такая легкость. А то ходим в шапке, ну, я думаю, девушки, женщины поймут, что противно потом трогать вообще волос. Забрала Анюту, поставила грибы, вот села на таком чудесном фоне с вами поговорить. Скоро уже придет наш папа с работы. А поговорить я хотела, обсудить часто задаваемые вопросы. На нашем канале очень много новых подписчиков, и многим понравилась наша Дмитриевка и интересуется такими вопросами. Это по поводу работы, жилья, квартиры съемных, какая у нас зарплата. Ну, сразу хочу ответить по поводу квартир
съемных очень тяжело. Мы когда переехали, нашли одну квартиру, прожили там месяц, и потом ее купили. Нам говорят, все, съезжайте. У меня вот такие вот были слезы. Ну, кто с нами давно, тот знает, я очень переживала. Но огромное спасибо бабулям, которые пришли, нам подсказали о том, что будут сдавать квартиру, а на нее уже была такая очередь. Ну, хорошо, что мы опередили всех. Пошли до хозяйки, до Веры Дмитриевны, нашей любимой, договорились, и вот там начали потом жить. Вот съемным жильем у нас тяжеловато. Стоит 7 тысяч на тот момент, когда мы снимали, стоило 7 тысяч квартира, плюс 3 тысячи у нас выходила коммуналка. В общем, 10 тысяч, иногда чуть больше, но это зимой. Летом, конечно, подешевле. Ну, а если вы планируете купить дом, квартиру, у вас проблем никаких точно не будет. Можно зайти на Авито, огромный выбор, просто на любой кошелек. По поводу работы. С работой у нас тоже тяжеловато, очень много мужчин ездят на вахту в Москву, кто-то по стройке куда-то выезжает, в соседние города, деревни. С работой тяжеловато. И вот когда мы тоже переехали, Александр Николаевич долгое время ездил на вахту, и мы уже даже подумывали, чтобы стартовать дальше, не жить здесь, в Дмитриевке. Я считаю, что работа самое главное. И вот у нас ценность в семье, ценности, да, такие, что никакой вахты, чтобы муж все с работы пришел домой, его ждала любимая жена с вкусным ужином, дети, да, есть, конечно, такие жизненные ситуации, что просто некуда деваться, да, ездят на вахту. Вот когда, например, тут живут люди, у них дом, уже стабильность, естественно, все уже вахта. Ну, если тут не устраивает работа, зарплата, человек вправе менять и искать там, где ему лучше. Ну, а мы приехали, нам было нечего терять с 3 чемоданами или сколько, да, сумок. Надо фото специально посмотреть. Кстати, обязательно, если не забуду, вставлю вам фото, когда мы фотографировались на ЖД вокзале в Кустанае. Вообще там такие мы другие, и будет чем сравнить, изменились ли мы за это время внешне. Вот, и нам было нечего терять, да, и мы подумывали, если есть в Токаревке работа, тогда будем уже, так сказать, насиживать место там. Ну, потом, наверное, повезло, нам Бог помог, я не знаю, просто улыбнулась удача, мы нашли работу тут, и спустя некоторое время, хочется сказать огромнейшее спасибо руководителям, Александр Николаевич нашел еще одну работу, которую потом он совмещал их две, работал там, успевал, и вот что разрешили, вошли в наше положение, потому что когда переезжаешь и начинаешь жизнь, так скажем, с нуля, естественно, очень надо много денег сделать, документы, копии, там заверить у нотариуса, поесть, заплатить за квартиру, одеться, это очень много денег, а деньги уходят очень быстро. Наверное, вот в таких сложных, да, ситуациях мы научились и знаем цену каждой копейки, так что с работой у нас тяжеловато, но вообще, наверное, не зря есть пословица, кто ищет, тот всегда найдет. Вот, что еще? Зарплаты небольшие, ну, я считаю, что все живут хорошо, всем хватает, в каждом доме по 2 машины, причем не каких-нибудь старых рухлядей, а иномарки новых, да, пусть они будут в кредит, но кредит ведь тоже как-то выплачивают, значит, есть возможности. Дома у всех шикарные, забор, это ведь тоже все стоит денег. Я считаю, что люди у нас в Дмитриевке живут все очень хорошо. Так что как-то так я ответила на вопросы. Надеюсь, что исчерпано. Если вас что еще интересует, обязательно спрашивайте. Поможем. Если вдруг вы даже сюда приедете, кто-то надумает, пишите обязательно всегда. Чем смогу, тем помогу. Объясним, покажем. В общем, похлопочем за вас. Ну, главное, нужно знать грань. Ладно, все. Пойду смотреть грибы, уже чувствую, аромат стоит просто на весь дом, вот этого запах чесночка. Сейчас налопаюсь. Всем привет. Инесечка тут готовит вкуснятину с остатков всего. Картошки, макарон. Говорит, Инесь, у нас больше ничего нет. Пара яиц. Да, сейчас вот тут. Посмотри по кастрюлям, может, еще где-то осталось. Сейчас, может, и получится деликатес, еще вкуснее, чем что-то одно. Сейчас достану грибы, покажу, они еще такие золотистые. Пришел.
Думал, что я тут мясо запекаю. Так вкусно пахнет. Вот. Макароны остались у нас мелкие. Свет такой, ничего не видно. Сейчас включу нормально. О, сразу. В общем, макароны, картофельное пюре немного, пару яичек, грибочки, салат с баклажан. И просто отвал башки. Попробуйте, вы такого никогда в жизни не ели. Это самое вкусное, что может быть. Вот они, красавцы. Вы только посмотрите, какие они золотистые. А какой аромат стоит на весь дом. Сейчас будем ужинать, так что, кто ест вместе с нами, всем приятного аппетита. Мы наелись, как бобики. Сидим, пьем чай. Привет. Папа наш в последнее время без настроения. Ничего не успевает делать. Приходит с работы, и уже на улице темно. Только остается есть и смотреть. И дождь идет. Ну и смотреть телевизор. Пьет чай с такой вкусняшкой. Мед, который сам добывал. И наши пчелки. Полезный. А я буду баунти. Баунти. Райское наслаждение. Все, наверное, мои хорошие, вот на такой прекрасной ноте будем с вами прощаться. Всем пока. Спасибо за поддержку, за то, что вы с нами. И всем, в общем, не фокусируется райской жизни. Все, говори всем. Всем пока. Всем пока-пока.